Да уж. Весело. Таковы последствия частичного обрушения потолка. В момент ЧП хозяйка квартиры Светлана Козина была в квартире. Чудом не пострадала ни она, ни ее супруг, ни ее питомец. Здесь вот первый раз на меня чуть не упала, я отскочила, а здесь у меня муж был. Сейчас уже успокоились, тогда тряслось. Сами понимаете, на тебя рушится просто вот такой слой штукатурки. Обрушение потолка случилось в ходе проведения капитального ремонта трехэтажки. По словам Светланы, сначала в комнате провисла балка, а само ЧП случилось в тот момент, когда на крышу поднялись строители. Когда приступили к ремонту? 5-го, это была пятница, 8 числа. С 8 декабря. Угу. И все, многие жители, естественно, жалуются на вот это некачество. Все уже жалуются. Во-первых, перегорело у многих аппаратура в связи с тем, что они зацепляют кабель. Здесь зацепили первый, вот у нас сгорело, поменяла телевизор вместе со всем. На первом этаже сгорел компьютер, ну и так по мелочи еще. Отписали, что, оказывается, я одна жалуюсь. Капитальный ремонт дома на Тимуровской, 46, проводится по заказу Барнаульского комитета ЖКХ. Сумма контракта около 10 миллионов рублей. Но жители уверены, деньги уйдут в пустоту. Дом нужно не ремонтировать, а сносить. Дом не пригоден к жизни. Это как факт. Тут все гнилое, все осыпается. Вон, на дом, посмотрите, все вылетело. Там ни кирпичиков уже, все. Даже кирпичи, они не просто вылетают, они сыпятся. Как так жить-то можно? Сыпется все. К слову, потолочные перекрытия в комнате Светланы привели в порядок, отремонтировали в январе уже этого года. Однако она и другие жильцы будут бороться за то, чтобы дом признали аварийным. Что думает по этому поводу городская администрация, расскажем совсем скоро. Ждем официального ответа от мэрии. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.